Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с генеральным директором компании «Квадро» Владленом Александровичем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Губернатор подчеркнул, что подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в регионе на достойном уровне. Владлен Александрович рассказал о перспективах развития «Квадро». Вашими силами, нашими силами сразу совместно действуем. Наша служба, ваша служба, и поэтому нет никаких таких потрясающих историй, которые, ну, к сожалению, в других регионах бывают. И надеюсь, что и переход зимы, точнее, начало отопительного сезона 15-16, у нас тоже подготовка пройдет нормально, ну и, соответственно, и проведем его должным образом.